Добрый день, уважаемые любители рыбалки. Сегодня мы вместе с вами свяжем снасть на карпа, так называемую соску. Ну, так как вяжу ее я. Значит, что для этого нам нужно? Нужно будет пружина, скользящий грузик, стопорки силиконовые, крупные, вертлюжок, ну, естественно, леска и крючки. Берем леску. Надеваю вначале стопорок. Затем идет грузик. Затем опять стопорок. И вот такой тройничок для крепления наших поводков. После вертлюжка идет крупная пружинка. Затем опять идет силиконовый стопорок. И все это заканчивается вертлюжком. Отрезаем лишнее. У нас получается вот такая конструкция. Делаем петельку для крепления на основную леску. И вяжем поводки. Оставляю здесь кончик. Распушиваю его. Поводок готов. Этот поводок мы закрепим на вертлюжок.
Низом сюда на треугольничек этот мы цепляем еще три поводочка. Ну, снасть готова. Вот как она выглядит. Три крючочка, которые у нас идут в кашу. Внизу крючок с червячком или с опарышем, кукуруза, горох. Это будет все видно по ходу рыбалки. Для чего я поставил вот эти стопорки? Значит, когда мы вытаскиваем или перед тем, как мы забрасываем первый раз, нам надо сюда набить прикормку, кашу. Эти крючки мешают. Отодвигаем их в сторону. Все. Набили мы прикормку, кашу. Подвинули сюда наши крючочки. Этим стопорком зажали. А вот этот верхний стопорок убрали чуть выше, вот так вот. Вот наша конструкция на дне. При поклевке карп, карась, лещ клюет, тащит пружину, и вот она здесь топорится. Вот такая вот конструкция. Рабочая. Ловит рыбу. Делайте. Удачи.